Анастасия Паршина, 16 лет, она учится в 10 классе. Уже давно увлекается музыкой и сама пишет песни, а также снимает видео для Инстаграм. Личность растет очень творческой, поэтому ее мечта – стать журналистом. Но до окончания школы целых 1,5 года, а попробовать хочется уже сейчас. Настя узнала про акцию и отправила нам свое видеообращение. Моя мечта – почувствовать себя в роли журналиста или телеведущего, потому что в будущем я бы хотела связать свою жизнь именно с телевидением, так как я считаю, что эти профессии подходят для меня, и они очень интересные. Для нас исполнить Настину мечту не составило труда. Мы отправились на Большую Покровскую, начали с вводной части, с тех основ, которые непременно должен знать каждый корреспондент. Настя улавливала информацию на ходу и сразу захотела взять у кого-нибудь интервью. Как проходит ваш новогодний каникулы? Отлично. Мы приехали в гости из города Владимира. Вот, вот да, подруги, да, которая живет в Нижнем Новгороде. Уже сейчас вот посмотрели. Идем смотреть, вернее, Кремль. Да. С Новым годом! Как проходят ваши праздники? Вот путешествуем, приехали в Нижний Новгород из города Орла. Так как это столица Нового года, нам очень нравится, очень красивый город. После общения с нижегородцами нашей мечтательнице захотелось большего, и она решила записать стендап. Опыт уже имеется. Но, как и у любого, даже самого опытного журналиста, получилось не сразу. И несмотря на большой... Сейчас мы находимся на Большой Покровской. И даже несмотря на холод, здесь очень много нижегородцев. Все гуляют, у всех очень хорошее настроение. Я хочу пожелать всем нижегородцам всего самого наилучшего, исполнения всех желаний, а главное – здоровья. Не с первой, но все равно получилось, чему Настя очень обрадовалась. Наш оператор Александр тоже решил подключиться к творческому процессу и рассказать, как устроена видеокамера. Под четким руководством оператора Настя разобралась, как включить камеру, снять статичный план, отъехать или наехать на нужную картинку. А также она на себе прочувствовала, насколько трудна работа оператора. Оп, и смотришь, вот где искать. Я хочу сказать большое спасибо телекомпании за то, что дали мне такой шанс почувствовать себя в роли журналиста. Я снимала стендап, общалась с нижегородцами, мне это очень понравилось. Большое спасибо. Служба информации, Ксения Середина, Александр Еловиков.